Клуб английского языка пользуется популярностью среди студентов Южно-Казахстанского государственного педагогического института. Его открыли волонтеры из американского штата Кентукки. В клубе учащиеся вуза оттачивают английский язык и ближе знакомятся с культурой других стран. Казахский они знают, русский знают, английский вот они развивают. И надеюсь, что они также наравне с двумя языками будут владеть и третьим. В клубе, организованном волонтерами, студенты изучают язык не только на уроках и с книгами. Учащие часто смотрят фильмы на английском языке без перевода и участвуют в интерактивных играх. Для шымкентской молодежи организовывают и поездки за город. And our goal is we have 10 days of teaching here in Shymkent, and we hope to teach Kazakh students here at the Pedagogический Institute about American culture, English culture and language. И в данном педагогическом институте они хотят обучить студентов казахов английской культуре, также страноведению и таким принципам. And we hope also that we can learn about Kazakh culture and Kazakh language as well, so that we can grow closer as two countries, you know. И в течение этих 10 дней они также хотят сами ознакомиться с нашей культурой, то есть культурой Казахстана, и чтобы две культуры, как бы сказать, сплотились. В клубе пока насчитывается 30 постоянных посетителей, но со временем желающих улучшить разговорный английский станет больше, говорят педагоги.